если ты редко ездишь, тоже пойдет. Тоже пойдет. Тоже экономишь время. Ты же когда-то ехать все равно едешь когда-то. Вот я в прошлый раз до связи из-за опаздывали. Я проскочил через это. Полчаса сэкономили. Да. А трафик сильный был как раз. Да, фаст-трак это очень хорошо. Вот на миссию люди ездят хорошо через Сан-Франциско. Ну, да, я имею в виду на Лос-Анджелес. Они же проезжают в Сан-Франциско. Ну да. Там ты, ну, мосты тоже проезжаешь, да. Да, там. Это все мосты, да, можно? Я не знаю, честно говоря. Я знаю, что вот этот мост можно, и, по-моему, второй вот этот, который северный есть, это. Золотой только. Не, золотой бесплатный. Этот мост. Да? Нет, туда и назад бесплатно. Не, вот в сторону, если ехать в сторону этого. Короче, в Сакраменто не через Эльгров, если ехать. Вот есть дорога из Сан-Франциско в Сакраменто через Эльгров. Да, да, да. Вот по этой дороге там еще один такой же платный мост. Там штраф 40 долларов стоит. А, если да. Без этой штуки, без заплати. Если приедешь без 6 долларов. Потому что берут только наличные или только фаст-трак. Ага. А если у тебя карточка или еще что-нибудь, то тогда 40 долларов платишь, потому что деньги не берут. Только наличные брали. Последний раз я так заплатил. Ну, это штраф? Но не было наличных, а они карточки не брали. Я кому-то давал машину, то мне потом бил пришел. Да, обычно тот, кто за рулем, тот и отвечает. Не, бил сфотографированный, бил пришел, там сколько-то... Заплатить надо это, что они проехали через мост и откуда так. Ну это платит тот, кто за рулем. Не хозяин. Нет, там нету этих будок. А, они фотографию того делают. Да. Есть еще будут. Ну вот так вот, как вот так отъедут, и вот так вот едут, и они фотографируют, видать. И бил присылают. Ну там это. 2 или 3 доллара, что-то такое. Ну да, или 5 вот так вот. Что-то такое. Я спросил, они говорят, это. И кто-то мне сказал, говорит, там нету этих буток. Просто проезжаешь, а тебя фотографируют. Платный мост. Да, да. Там. Это ты за какой мост говоришь? А кто его знает? Я не знаю. Я платных только вот эти два знаю. Мы как-то ехали один раз по фаст-траку, вот, как-то не поняли, что там фаст-трак где-то на линии. И пришел, бил 30 долларов заплатить ну, штраф. Я тоже такой же бил заплатил. Мы заплатили, но мы не поняли даже, мы ездили на Аламеду купаться весной. И даже не поняли, где мы ехали, и даже не могли сообразить, где мы проехали на по линии. И заплатили, куда денешься? Ну да, больше заплатить, чем... 40-летний набухался и Америка хоть была для него. Это по радио это объявили в Даунтауне, вот недавно было. В понедельник было, сказали. Добро пожаловать в Америку получилось. 41. С антилопы он. 41. На BMW ехал. Он как бы сбил человека, а тот человек все равно умер. Ну, за ним не гнались, он просто сбил. Ну, я не знаю, как там они бы его нашли, может бы его и не нашли сразу. Но он начал еще с перепугу, сбил за человека. Сам себя поймал. Сам себя под ножку подвел. И начал убегать, и там в аварию попал. И вот таким махаром его вычислили. А так бы не вычислили. Он пьяный был. Это надолго. Да? Сразу сколько статей при превышении скорости, при сбитии, ОГО, это как это, место происшествия. Потом еще этих поднял, еще это аварии. Сколько статей будет там? Проще было остановиться и признаться, да. И отвечал бы только за пьянку и избитого человека. Конечно, лучше было бы дофига, конечно, но все равно это, да. Это было еще, можно было жить, а после того, как уже убежал... Да, вот это, что убежал, самое страшное. Когда ты сбил, ну бывает всяко, там, и ты встал, и никуда не убегаешь. Вот это тебя много оправдывает так.
естественно. Там могут еще обвинить его, что он где-то выскочил. Ты молчишь, Санс. Самое главное молчишь. Полицейский спрашивает, я speak no English. Да. Ну, English. Да. Адвокаты сами вытащили. Да? Да, потому что нельзя разговаривать с полицейским. Нельзя? Я смотрел несколько видео с адвокатами и с полицейскими, которые теперь адвокатами работают. Они сами говорят, не разговаривайте, потому что все, что вы скажете, будет использовано. А, нельзя разговаривать. Обязательно будет использовано. Вот сказал нечаянно, все это будет на тебя. На ты тебя скажешь, как бы против этого. Адвокат должен говорить нечаянно. Но это, как говорится, когда это Катин машина на фривей, помнишь, давненько эти, ну, да. Фонду это, она не виновата, но ее полицейский спросил, сколько ты ехала, она сказала 65 майлов, какой 65, если трафик был, и она остановилась, и все, и виноваты же остались, ничего не делали. Да? Да. Лучше не говорить вообще. Молчать, я не знаю английского. Новый муж. Уже адвокаты сам будут говорить. Где пришлют бумагу и все остальное. Щукин недавно выкрутился, по-моему. Вот врать не буду, но ты же Игоря знаешь, он, да? Да. Он же, по-моему, большую аварию сделал на перекрестке пьяный. Он не убежал, но разбил машину людям конкретно. Это было 2 или 3 года назад. Вот только недавно все закончилось. Люди перестали ходить, и этот, как его, отпустили Щукина. Ничего ему не было. Ну это зависит вот то же, если вот как это. Тут дал удачи поехать. Ну да. И кого-то собьешь, если еще эти родственники. Да, если эти родственники будут давить, тогда ты попал. Если они ничего не скажут, тогда есть шанс. Ну, все равно ты отвечать будешь, но не то это, наверное, большое. Нет, просто видишь, как ты отвечаешь перед государством, но по минимуму. А по максимуму, то они обязаны тебя подавать в суд, вытребовать, получать деньги. А, видать, знаешь, что он уже куча детей. Заработок маленький, потому что отобрали права из-за этой аварии. И, естественно, содрать нечего с человека было. Вот они отказались его душить по-большому. Отказались, хотя полностью, хотя имели полное право. Он был пьяный, он был за рулем, он ехал на красный свет, по-моему. Да, вон, бабушка тоже попала в аварию, но она не виновата. Так подала на суд, что приходили к ней дети, приносили внуков. Говорит, я могла внука на руках нести, а сейчас уже не могу брать его. Это грамотный адвокат, выкруживал все, что можно было, использовал все, что можно было. И все, что можно, и не можно было. Бывают такие. Потому что это бетонная стенка рядом. А где бетонная чушь? Она почему-то вот как-то у него есть такое, это она притягивает как-то. Это как вот рядом с машиной проезжаешь большой, и потом машины друг друга притягивают. Ага. Вот, когда с бетонкой едешь рядом, то тоже да, надо аккуратнее лететь. Ну да. О, это точно. Так оно и есть, наверное, если большая машина. Ну, когда рядом проезжаешь с большой машиной, тебя автоматически притягивает. А я думаю, еще это меня к трапу притягивает. Вот, как раз осторожно. Да-да. Поэтому сюда и поставил, потому что сейчас начнется трафик, а мы пойдем, а мы уйдем будет. Это связь с мамашей. Но я ездил, да. И возле арка Тимобил Арены были, там фотографировались, те шляпы такие, вообще. Такая. На бой тоже ходил? Я не ходил, билеты дорогие сильно. Там такие подставные билеты были, но там не только так продавали, но это туда бы тебя не пустили по этим билетам. Срок, да. Черные всегда срок продают. Покупают основные. Там за полтора месяца люди покупали, говорит, очень дешево, по 1200 долларов. Это по чипу взяли, говорит, по 1200. Капец. Полтора тысячи, по полтора. По дешевке. С Киева прилетели муж с женой, говорит, мы еще дешево взяли за полтора месяца,
по 1500. Да глянь, как ты, а здесь показано, что нам направо потом выехать надо. Да. Да, направо, но мы тут немножко это, как его сейчас срежем. Три майла. Три. По этой полосе выгодно ехать. Здесь даже выходные выгодно ездить, потому что люди интуит так вот, по привычке не ездят. В этом об этом заедем, как запаркуемся. Где-то. Сан-Франциско онли налево. Все налево переходи. Все понятно. 8.6 miles. Take ramp on right to I-80. По этой полосе прямо едет. Там и едет, да. И вот он мост. Take ramp on right to I-80. Надо не видеть, все потихоньку едет. Да. Здесь потихоньку сейчас на мост и вниз. Все на этом фривее, на котором они едут. Они едут. Да. Они едут с этой стороны. Прям здесь стоит так же. Это же карпульной полосе. Ну да. По этой карпульной? Да? Налево сейчас, не, подожди, налево, надо фаст-трак надо искать. Пишем, прислоняй. И просто держи, да? Как бы. Правильно. Это кэш? Нет, ты кэш едешь, не бей, еще не бей. А вот здесь можно и кэш, и фаст-трак. Вот здесь оставайся, вот это хорошая полоса. Да. Если что, мы можем это проскочить. Она, если по крайней мере, должна хотя бы сказать нам, что все нормально. Drive 7.3 miles on I-80. Перейти, чтобы на фаст-трак, вон они сейчас, значит, или перейти на фаст-трак сюда. Не, прям здесь стоит, все нормально. Вот это хорошая полоса. Да. И кэш, и фаст-трак, это хорошая. А что такое справа, с левой стороны полная полоса? Значит, мы налево уйдем? И они все кэш едут, да, а нам не разгоняйся. Так и стоит в этой полосе. Да. Кэш и фаст-трак надо. Так и стоит. Я так и понял, так и стою. Они все равно, видишь, все равно все. Ну, в принципе. По крайней мере, мы точно будем знать, что мы заплатили. Да. А обратно тоже так же? Обратно, если возьмете эту штуку, то можете просто фаст-трак проехать, и тогда уже не останавливаться. Если сейчас деньги снимет, то тогда на обратном пути точно так же снимет. А как мы узнаем, что она сняла? А вот она нам сейчас скажет, окошко открой, и впереди написано, заплатил или не заплатил. А, вот. Вот. Потихоньку. Стоп. Все прокатилось. Все, видишь, валит и все, обратно можете с этой же штукой ехать. С вот этой? Да. Все, я убрал. Да, все, можете. Так, все, вторая полоса сейчас. Все, почти до, все, теперь почти до этого, до аэропорта будем на этой полосе ехать. Ага. Внутри города там уже бессмысленно по какой полосе ехать, они все медленные. Да. Кто точно уведет с дороги, а если ты на центральной полосе едешь? Вова, держи скорость, а? Пока есть. 50, значит 50 держи. Я за ней еду, сзади. Да, какая разница, 50, то наш 50, а ты уже 60. А, ну да. Это уже мост новый. Интересный построили, да, такой мост. Мощный. А сколько он метров, интересно? Не такой, как там Россия построила? Нет, российский длиннее. Длиннее намного, да? Да. Но он там только три полосы, да? Или две? Я не знаю, российский. Две или три. Две полосы. В Крыму? В Крыму, да. Две тут точно полосы. Две. И еще и это. Железнодорожный будет.
Да, в одну сторону две, в другую две, да. Этот больше полос. Пять. Китай строит мосты, такие большие. Китай как без мосты. Эти отдыхают, и американские, и российские. Там такие медузы сильные, да? Там прям гребни умеют делать. Китайцы. И прирожденные инженеры китайцы. Они, у них, может, таланта нет, вот, изобретения вещей. Но доведение до ума у них есть талант. Японцы, корейцы, японцы, китайцы, они вещи умеют доводить до хорошего состояния. Вообще они тоже могли бы, потому что у них такой же менталитет и знания. Ну просто вот как-то это, как его. В России много умных людей, да? В России образование хорошее было, советское. Но вот они как-то вот у них, когда они в образовании, у них чуть-чуть недоделанный был момент, когда вот фокусировки не было на том, чтобы инженеров выпускать, но на самом деле выпускали в принципе инженеров. Если сравнить американские, я сравниваю своих детей и свое образование. Я понимаю, что нас учили быть инженерами в принципе, но нас не доучивали. Чуть-чуть не доучивали. Типа дети, ладно, черт с вами, не обязательно вот это делать. А вот это вот необязательное, оно превращало настоящего человека, обычного человека, в инженера. То есть доводить до конца и уметь разбираться в проблеме. У нас, потому что в 9-10 классе в школе переставали, в принципе, математику учить, потому что она как бы уже была на самом деле уровня университета. 9-10 класс школы — это университетский уровень США, советской школы. И поэтому ее плохо учили, ну не то, что плохо учили, а ее как бы расслабленно учили, и студенты ее вот так и не понимали, что для, допустим, для решения задачи надо уметь разобраться в причинах проблемы, в причинах, и вот эти причины каким-то образом устранять. Ну, грубо говоря, советская математика и французская, говорят французская, я не знаю, самая лучшая в мире. После китайцы взяли советскую математику. И вот, и в принципе Китай копирует полностью советскую систему. Поэтому они так мощно оторвались от всех. Recalculating. На пересчитывает на аэропорт. Все, мы вот по этой полосе до аэропорта. Никуда не съезжаем. По второй полосе. А вот этот мост же старый, да? Да, да, бесплатно. Он тоже, в принципе, деньги когда платим, мы, в принципе, из-за этого мост тоже платим. Да? Все эти деньги, типа, уходят на восстановление этих мостов. Да, да, да. А, я ж теперь понял, сколько езжу, я думал, тот мост и все, а тут, получается, еще такой старый. Как-то не врубался, сколько ездил, не вникал в это, знаешь? Ну, потому что этот вот как остров. Ну, я немного езжу, конечно, немного. Остров не видно же, Буэнависта, который мы проехали. Да. Я вот за этот говорил мост, что проезжаешь мимо этого, да, и туда уже, на аэропорт. Да. А тот старый уже разобрали, уже сейчас разобрали тот старый, что рядом был. Разобрали. Последний раз разбирали, я сегодня не смотрел. Последний раз разбирали. Когда я в прошлый раз ехал, да? уже не было вот этой вот, уже железки торчали. Но он тоже много простоял, да? Ну да. Его, кстати, по-моему, и конструировал российский инженер. Да? Тот старый, да? Тот старый, можно. Давно, в 2020 каком-то году. Столько простоял. А этот почти сейчас... 100 лет простоял. Но этот сейчас новый тоже не сделали надолго, да? Ну, конечно, он не сильно длинный, 3 мили, да, ты говоришь, да? Да, где-то так. Это ж тебе не так, как там 19 километров. 19 километров тот. Ну, да. Как в Киргизии разворовывали деньги, вообще никто не занимался у страны. Все приходили, чтобы воровать. Поэтому профессия политики такая выгодная, что...
мозгов не надо, надо врать и воровать. Обратно, когда будет ехать, то на этом не надо, на том будет опять платить, там, да? Ну, да, да, там сзади будет, там на другом мозге. Ну, видите, там да. По страху, на том мосту вы заплатите. Да, там видно будет здесь. Да. Тот длинный, тот кривой мост, который вот так боком идет. Да. Также просто подставить это, чтобы она построилась. Сегодня видимость в даунтаунах нету такого тумана красиво. Все хорошо видно. Пойдет город, да. Здесь как раз по левой самое неудобное ехать, потому что они тоже в город сейчас уйдут. Что, по-моему, даже вторая полоса в город идет. Этот старый мост еще надежный видно. Если не снимает, то точно. Конечно, еще проверяют все, да? Однокомнатная 3500 в Сан-Франциско. А? Они бывают даже $200 берут, сакраменты больше, да? Да, больше бывает. Ну да. Аэропорт. Аэропорт. 2,5 мало еще. Да. За белым очень. Keep left on the road, then keep left. Мы сейчас правильно едем. Не по этой крайней полосе. Да, по крайней, да. Потому что левая. Левая вниз уйдет. Донестик. Она правая нужна. Keep right on the road. Правее, да. 1.2 miles. Keep right on the road. Then arrive at San Francisco International International Departure. On right. Сейчас справа. Справа. Keep right on the road. Где этот повернул, нам тоже в районе надо будет поворачивать. Вот hourly parking нам надо. На часы, да? Hourly parking. Continue 0.2 miles to San Francisco International International Departure. On right. 30 минут в правый поворот в здании. 30 минут в левый. Да. Так, сюда, да? Да, мы тут еще стороны. Верно. Зажи и билет
Recalculating. Ну все, выключаем его. Да, все. Turn left on South Link Road, then turn right. Не играет роли, куда заехать. В любую. Окно открывай. Открывай окно, бери билет. Так. Так. Окно открой. Сейчас я вот думаю, сейчас открою. А билет, на зеленую. На зеленую. Да, зеленую нажимаю, он сейчас вылезет билет. А какую? Подожди, ниже, ниже, вот большая, да. Вот это, да, да, да. Большую. Нажимай ее себе. Я нажал. Lost satellite reception. Вылез, все. Да. Билет. Как раз GPS перестал работать. Эту штуку не выкидывай, потому что по ней потом платить. Ага. Если ее выкинешь, то заплатишь по заполнению. А, тебе... Не, пускай лежит он. Ну, он лежит, да. Просто, чтобы ее не забыли, когда выезжать. Да. Где-то 8-10 долларов по воде. Так, куда теперь парковаться? Здесь ищи парковку, думаю, место. Сейчас будем ехать помаленьку смотреть. Нам же нет разницы. Тут лифт есть, нет разницы. Смотреть. Ну, как правило, первые этажи бывают заняты, там все, вот и дальше. Нет, здесь тесно, надо там, где чтобы не царапали машину. Вот тут? Ну, можно, знаешь. Вместимся. Вместимся, все. Это машинка для Сан-Франциско, как раз маленькая. Да. Хорошее место, как раз. Глубоко не надо. Все, нормально. Вот так нормально, все. На это. Я ездил там с матерью в Лас-Вегас, мы только два раза остановились. До Лас-Вегаса. В Лас-Вегас ездили в этом году. Куда ездил? Лас-Вегас. Лас-Вегас? Да, мы ездили. И два раза остановили? Два раза мы остановились, по-моему. А, останавливали? Да. Ну, в туалет один раз, и потом еще один. Это далеко сколько там? 550 миль. 550, конечно. И обратно 550. Тоже не надо лазить сильно. Если один хозяин нормально ездит, не рвет, до 200 тысяч можно ехать и не страшно. Да? А, 200 тысяч можно ехать. Вот у меня 152 тысячи, только сейчас поменял. И как новый. Вот сейчас я заеду, я покажу. Ты удивишься. Какой ремень. Я как механику одному показал, второму они даже не верят, что такой ремень может быть. Не... Удивились. Молчали. А третьи уже молчали, потому что те, что говорили, давай меня, то порвется, то уже молчали, как увидели, я когда показал. Там главное, что завезли его, посадили. Да. Все четко, он довольный, заехал, слушай. Посадили, упаковали, туда поставили, все. Но ему осталось только там пройти. Нет, сядь, будет сидеть, а те стоят там. Очень хорошая там выстрелилась. А мы быстрее прошли, короче. Сначала. Хорошо, что вовремя, потому что как 3 часа стало, так сразу очередь начала. Да! Потом начали все съезжаться. А так заранее подъехали. А
А он сказал, во сколько у него самолет-то? Мы поехали, 4 часа мы поехали. По-моему, в 6 часов. Ну, еще посидеть там. Еще 2 часика. 6 или 5, 6 часов были. А сейчас сколько времени? Сейчас уже... Без 20. 6. 5. А, 5? Да. Не, 6. 6. Он же сейчас будет вылетать на взлете. Да. Если в 6, а если в 5, то уже полетел. Ну, мне кажется, в 6. Как тоже я у него не спросил. Ну, сейчас у меня 7 здесь. Ну да, 6 это значит. А так 6. Да. Значит, он же сейчас взлетит. Ну, он там что все прошел пока. Знает компьютер, знает и все. Да. И там это на это. Take ramp on right to I-80. Видишь, как хорошо написано, да, написано, правда? Да, на свадьбе. 80. Хорошо, да. Потом все равно направо на аппарацию будет. Ну да. Машина, да. Раз на раз не едет. Я когда ехал с Лас-Вегаса, то я там записал на этот, на видеокамеру, ну там было. То я ехал туда 100 миль ехал, а назад 120 ехал. Записал на камеру, ехал на Лексусе. На Лас-Вегасе, с матерью ехали вдвоем. Вера бы не дала, она бы кричала, если бы. Не, просто раз на раз не стоит. Ну да. Я просто там ехал в пустыне, никого вижу, нету себе таки. Раскатил там, где горы. Ну, как это? Ты не говоришь, что это. Едешь по этому, по дороге, никого нету, да. На стопах сильно не останавливаешься. Я думаю, так я попробую, остановят меня или нет. Но... Ты знаешь, мы остановили. Когда? Ну, давненько. Ага. Думаю, он ночью едет. Ну, да, я посмотрю как. И остановили. Да? Да. И где-то в час ехал ночью. Ночью. В час ночи. Никого, ни машин, никого нету. Вот пустота. Еще. И сзади машина там подъехала. Честно. Я все остановил. Еще штраф что? И все. И сейчас я никогда не на фривей. А это сколько лет было назад? Ну я не помню. И на стопах всегда останавливаюсь. Ну да. Хоть ночью, хоть днем. Да. И ночью никого нету, все равно останавливаюсь. Ну да. Потому что они могут засесть. Да. По фривей еду. Вот сейчас видишь, сколько много машин. Да. А тогда пусто, ничего, ну ты знаешь, как да. Ночью есть, никого нет. Никого нет. Я поставил на это, на круиз. На круиз и все. И... Так и еду еще. Вера, тебе ничего не говорила? Не, ничего. Ничего еще. Ничего, да? Нет. А где вы это праздновали? Рождество. А мы дома, там мы неделю раз дома были, там на собрание ходили, да и все. И дома? Дома, да. Неделю. А что, не собирались эти? А, родичи собирались, а там у этого Андрея 24 числа, по-моему, раньше. А Лера не захотела, чтобы она пришла. Но вы не были, да? Не были. А у нас тоже собирались эти? Собирались. Они на это, ну, на простой, на как это, на Сан-Фьевин собирались, что мы были, там у Вовы. Да? На Сан-Фьевин. А потом на Эву и на Рождество собирались. А у лодки там где-то на Фейероксе, да. Там бесплатно пищу, еду раздают, ты слышал? Да? Было? Да.
даже не слышал. И что-то хорошее там дают? Ну, картошку, лук. Там кто-то ездил, ну я не ездил, конечно. Ну на трассе едут и уже все, надо выкидывать ее, да. И что ли так. Ну, уже все. И как, я не знаю, и все, они отдают. Отдают и все. Чтобы не выкидывать. Чтобы не выкидывать. Ну, мы один раз. Ну, потому что у него, у Ермоляков траковая компания, то они на траках может иногда что-то отдать ранее. Ну, да. У них много есть. Да. Miles, turn left on Elkhorn Boulevard. Ой, да? Чуть-чуть больше, да, капли? Да. Ты полный заливал, да? Да. Я говорил, где-то полбака там скопил. Самый дешевый сейчас Watt Avenue и Firox. 2.99 этот. Как его? Шеврон. 2.99? Сам низкий, а 3.09 средний, а 2.19 высокий. Самый дешево было. Вот, на воскресенье. А я заправляю сам с клави. Ну а в Костке у нас, эти, у нас в Костке тоже дешево, в Костке говорят. Где-то на 80 центов дешевле. Там направо. Ну да, тут я знаю. И вот здесь вот то же самое. Я поворачиваю на ту полосу всегда. Да, на ту. Ну, на первых, чтобы повернуть сразу. Да. И поворот показываю.